Ребятушки, всем привет! Вы на канале Smartwatch, канал только о смарт-часах. Кстати, вот такое вот вы можете купить в описании видео. И по приобретению данного циферблата вы, значит, можете рассчитывать на то, что попадете в эксклюзивный канал. Не для всех, только для спонсоров. Чек мне отправите, и все, как говорится, Guten Morgen. Доступен он в VR Store и Play Market. Ладно, ну а мы с вами поехали. О чем мы, значит, сначала поговорим, как я уже давненько обещал, но только сейчас добрался, о Яндекс.Музыке. Яндекс.Музыка прекрасненько работает. Именно эта вот моделька этого приложения, версия, я с другими пробовал, никак у меня не получалось, а это вот работает нормально, короче. Здесь все есть, все как обычно. Ну, как я уже говорил, не знаю, не говорил, но работает только в том случае, если у вас есть Яндекс подписка. Если она есть, тогда у вас все будет работать. Если ее нет, тогда работать не будет. Здесь как бы, ну, все она. Я не могу вам сейчас почему включить, потому что сразу же у меня заблочат, потому что музыка здесь, как сами понимаете, перемоточка. Здесь вот так перемоточка работает. Если возвращаемся обратно в основную менюшечку, пожалуйста, здесь у нас что? Подкасты, здесь детям и здесь ваши выбранные мелодии. Все есть, короче, вот здесь. Дальше настроечки. Пожалуйста, подключение к интернету здесь. Также потом любой можете выбрать мобильный интернет, там Wi-Fi, потом общий пользовательский раздел детям, можете его убрать, если он вам не нужен, видите, он здесь убрался у меня. Дальше ограничить доступ к контенту там какому-то, либо не надо. Дальше здесь что? Ограничить доступ к контенту неподходящему для детей, ну и все остальные, короче, здесь все есть, все работает. Ну и теперь о том, как его установить. С самого начала сейчас покажу. И дальше уже как войти. Вот войти как раз таки проблема в этом заключается. Поэтому смотрите. В описании видео ссылочка на него будет, обязательно это приложение. Так что поехали. Так, ну начали, дорогие друзья. Значит, во-первых, наши с вами часы и наш с вами смартфон, будем это делать с помощью смартфона, должны быть в одной Wi-Fi сети. Bluetooth отключаем. Все. Здесь Wi-Fi сеть у нас включена. Здесь сейчас при разрыве тоже включится, если у вас включен автоматический режим. Если нет, тогда входите в Wi-Fi сеть, такая же, как на смартфоне. Все, если вошли. Теперь, значит, что мы, значит, делаем? Вот эта вот программочка вам нужна будет. Вот эта вот. Она тоже есть в описании видео, будет ссылочка на нее, сможете ее скачать. Так, далее. Сейчас все-таки у меня не заводится Wi-Fi. О, начинает, включается. Все. Далее идем в телеграм-канал. Ссылочка будет в описании видео именно на это приложение. Вот оно. Скачиваем его. Показываю всем, как скачивать с телеграм-канала. Это очень важно. Прям реально очень важно. Все, скачали, три точки нажали, нажали сохранить загрузки. Все. Данное приложение у нас находится во внутренней памяти Довланг Telegram. Вот оно. Вот здесь. Довланг Telegram. Довланг Telegram. Понятно? Все, ребят. Дальше. Теперь часики подготавливаю. Заходим в настроечки. Это мы о том, как включить параметры разработчики и отладку по USB. Дальше идем в самый низ, у Galaxy Watch. Здесь мы с вами идем, ищем информацию, сведения и ПО. Дальше вот эта версия ПО. Несколько раз тапаем, пока не появляется вторая строка. Кстати, последние три буквы во второй строке говорят о вашем регионе. О регионе ваших часов. Выходим в основное меню. Настройки, и внизу появляется параметр разработчика. В параметрах разработчика включаем отладку по ADB и отладку по Wi-Fi. Естественно, Wi-Fi у вас включен. Сразу же появляется IP-шничек часов 192, 168, 0,
8.8. Пятерки эти нам не нужны. Вот так. Все, теперь, значит, мы с вами что делаем? Запускаем приложуху нашу. Нету, ё-моё, вот эту запускаем приложуху. Запустили. Дальше нажали на плюсик. И вводим сюда эти параметры, которые у нас есть. И нажимаем Connect. Connect. Все. На часах, обратите внимание, что на часах у нас появилось. На часах появилось вот такое вот менюшечко. Нажать ОК. Лучше нажать вот эту вот вторую строку. Чтобы вам потом больше не надо было нажимать это ОК всякий раз. Короче, у вас будет просто соединение по умолчанию. Здесь у нас мы видим с вами, вот у нас, видите, айпишничек появился. Это значит, говорит о том, что соединение у нас есть. Теперь нажимаем вот сюда, на третью строку и на плюсик. Дальше, Select APK, там, ну, файл. Нажали на него, переходим мы с вами, значит, во внутреннюю память нашего смартфона. Идем в Довланг, идем в Telegram. И вот он, Яндекс у нас. Нажали на Яндекс. Все, установочка пошла. Ждем, когда эта установочка закончится и появится на наших с вами часиках. Ожидаем. Это занимает какое-то время, поэтому ждем. Но циферблатик, скажите, классно. Игорек сделал с Питера. Вообще крутой. Прямо реально крутейший. Покупайте. Так, а он весит 30 мегабайт. Это, естественно, занимает какое-то время. Но ждем. Так, кстати, скоро сделаю обзор вот на это приложение. Потом вот на это приложение. Вот на это приложение. И вот на эту счастливую какашку тоже сделаю обзорчик. Ожидаем, короче, когда у нас тут все появится. Опс, все. Видите, появился у нас Яндекс. Теперь мы с вами нажимаем Яндекс. Яндекс нажали, здесь уже можем закрыть. Появилось хорошо, там мы согласны. Короче, и вот теперь здесь. Сейчас всплывет окошко ввода. Смотрите, значит, я что только не делал, короче. Как только не пытался я войти. У меня получилось войти только через номер телефона. По этому, как его, не смог, короче, я войти. Поэтому пишу свой номер телефона. Дальше нажимаем выбрать другой, говорит, войти с паролем. Ну давайте. Вот у меня с паролем тоже не получается вообще войти. Видите, вот никак он, короче. Никак. Поэтому я нажимаю выбрать другой. Все, выбрать другой. И сейчас у меня приходит смс-очка на мой смартфончик. Видите, смс-очка с кодом. Я беру этот код, ввожу здесь. Когда ввел, он просит у меня тут мое имя полностью, естественно, я пишу дальше фамилию мою. Ну, я думаю, у вас проблем не возникнет с этим, да, с вашим аккаунтом. Все, ввели, короче, и нажимаем далее. В моем случае у меня 3 аккаунта на этом зарегистрировано, короче, на этом номере, и вот они у меня тут вот. Высветился один, вообще их вот второй там и третий, как вы видите. Galaxy Watch, простое решение, и дальше Samsung просто. Все, я выбираю тот, который мне нужен, нажимаю на него и поехал. Настраиваем рекомендации и дальше все как на обычном. Там появляется выбор музыки и так далее и тому подобное. Короче, ну не обязательно, можете вот здесь нажать потом на свой логотип. Дальше здесь вот подписочка, из ее изменить. Здесь также можно настройка подписки плюс, восстановить покупки, уточнить музыкальные предпочтения. Вы потом можете здесь все это дело выбрать, короче, что хотите. И все, и слушайте, прекрасно все работает. В наушниках вообще клево, если у вас действительно крутые наушники, вообще классно слушать. Ну... Были на канале Smartwatch, подписывайтесь, если что, ваш лайк и ваш коммент обязательно, ну, чтобы, как говорится, видосик распространялся. Не забудьте поделиться видосиком в своих соцсетях, а также подписывайтесь на телеграм-канал. Пока!